Новосибирск главный. Включайте утро. А всем тем, кто встречает утром здесь, на городской волне, искренние пожелания. Вот так теперь новосибирцев будут встречать каждое будничное утро. Вадим Белинский и Дмитрий Молот, любимые ведущие, снова в эфире радио «Городская волна». Первый день весны с хорошим настроением. Известный дуэт ведущих за 2 часа заряжает на весь рабочий день. Неважно, где вы слушаете утреннее шоу – в машине, в офисе или дома. Было очень много звонков, писем. Спрашивали, куда пропали ребята. Они наконец-то появились. Преобразились. Программа теперь называется «Новосибирск главный». Она также любимая передача. Надеюсь, что и останется в сердцах всех наших слушателей такой же. Сейчас мы находимся в редакции «Радио Городская волна», а именно за этой дверью находится производство хорошего утреннего настроения. Давайте напомним, что связаться с нами можно, отправив короткий номер. Более 20 лет в эфире, но каждое включение как в первый раз. Тем более, что новый проект «Новосибирск главный» – это ежедневная история о любимом городе. Это такое виртуальное 2-часовое путешествие по нашему любимому славному городу утром. Заезжая во все его самые потаенные и известные, и любимые, и общедоступные места. Какая-то полезная информация, какие-то интересные факты. Естественно, все это так или иначе связано с Новосибирском, который для нас главный. Все то, что вы обсуждаете на кухне утром за чашечкой кофе, мы тоже будем делать здесь, только вместе с вами. Мы сами не представляем, чего ждать от этой программы, в том-то ее и интерес для слушателя. Потому что, ну, реально, всякий раз, когда мы выходим в эфир, мы предполагаем, что будет происходить, но точно не можем знать, что будет происходить в реальности. Потому что мы только цепляемся за те события и информацию, которая в городе происходит, а все остальное, ну, это вот как в обычной жизни, в диалоге, то есть куда вывернет. В течение 2 часов в Новосибирске главном шутки, песни, интересные факты и, конечно же, призы. Выиграть их можно, позвонив на радио «Городская волна». Чтобы дозвониться в прямой эфир, нужно набрать простой номер 30 40 600. Занято. И это неудивительно, ведь сейчас разыгрывается спиннинг для рыбалки и сертификат в боулинг. Новосибирск главный – это ежедневное путешествие по волнам 101.4 FM в компании любимых ведущих. С 8 до 10 часов утреннее шоу на городской волне. Александра Медведенко, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.